Привет, ребята, как дела? Это Джей, я Джей. И сегодня я покажу, как сделать кое-что своими руками. 2 недели назад я сделал большое видео, может быть, слишком большое, и теперь вот покороче, о том, как сделать софтбокс меньше, чем за 5 баксов, из того, что у вас уже есть под рукой дома. Все, что вам нужно, это картонная коробка, вот такая. Или еще больше. Чем больше, тем лучше, честно говоря. Лампочка с патроном и кабелем. Чертежная калька или светофильтр. Кое-что, что всегда решает множество проблем на площадке. Клейкая лента. Если вы не знаете, что такое софтбокс, это то, что увеличивает размер источника света и создает более мягкие тени на предметах. Как правило, чем больше источник света, тем мягче свет. Итак, начнем с картонной коробки. Вы видите, у меня белая. Такая лучше отражает свет. Я сделал отверстие в задней части, в которое я вставлю патрон. И свет лампы будет отражаться от стенок. Я поставлю светофильтры, и это мне даст тот самый яркий, но мягкий свет. Возьмите обувную коробку или любую другую, которую найдете. Чем больше, тем лучше. Точно. Теперь я вставлю этот патрон в отверстие и закреплю его вот этой частью. Вот так. Это не высшая математика, но я все же покажу. Вот ваша коробка, вот эта штука. Вставляете ее в дыру и... Затем, секунду. Затем накручиваете эту штуку сюда. Не знаю, видно ли вам там. Мне видно. Как только закрутили, ваш софтбокс готов. Теперь я вставлю внутрь лампочку и установлю диффузор. И вот это становится софтбоксом. Все готово. Можете теперь вставить лампочку сюда. Вот так просто вы можете сделать собственный софтбокс. Собственной лампочкой. Теперь в самом конце я устанавливаю бумагу для рассеивания света. При помощи клейкой ленты. Это не самое красивое из моих поделок, но все, что мне от этого нужно, это мягкий свет. Это концентрирует свет в источнике, который больше лампочки, и все в ажуре. Я сейчас выключу верхний свет, и вы увидите весь эффект от этого. Теперь я в темноте, и вы меня не видите. Но у меня есть мой софтбокс, я его сейчас включу. Та-да-да-дам! Вот. Это мой софтбокс. Совсем неплохо, и все просто, и даже симпатично. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте кликнуть по кнопке «Подписаться». И если вам понравилось, можете смело поделиться с друзьями. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.